прекрасно отношусь. Делаем периодически. Эту память для детей и для нас. Делаем большой семьей, родители, сестра с семьей, я с семьей. Не знаю, знаете, сейчас все на телефоне. А так-то у меня, конечно, много альбомов, и я их с удовольствием пересматриваю. Прекрасно. Ну, потому что это какой-то новый всплеск эмоций. Это надо привести себя в порядок, это некий праздник, это какая-то новизна. Это всегда здорово. Прекрасно. Хорошая традиция. Я только за. Мы устраиваем семейные фотосессии. Каждый год стараемся. Ну, во-первых, ребенок растет, хочется запечатлеть эти моменты. Ну, во-вторых, для себя приятно, потом память остается. Особенно, когда распечатываешь потом фотокниги. Положительно. Ну, чтобы память осталась, чтобы сейчас вот у меня есть как раз об этом, что сказать. Открываю, смотрю свою прежнюю счастливую жизнь. Спокойно? Да. Почему бы нет? Когда собираемся, обязательно делаем снимок общий. Да.